Доброе утро, меня зовут Алексей, и с вами кулинарное пространство Рататуй. И сегодня мы с вами приготовим мешочки из блинчиков с начинкой. Для начинки нам потребуется помидоры, ветчина и сыр. Заводим тесто. Что нам необходимо для теста? Яйцо. Мука. Молоко. Немножко сахара. И щепотка соли. Добавляем растительного масла, для того, чтобы блинчики у нас не прилипали к сковороде. И все тщательно размешиваем. Наше тесто готово. Ну, мы готовим обычное стандартное тесто на блины, то, к которому вы сами привыкли. И теперь, пока у нас будут печься блинчики, мы с вами подготовим начинку. Помидоры черри нарезаем на 4 части. Для начинки вы можете использовать любые ингредиенты, какие вы захотите, будь то какие-то творожные начинки, фруктовые начинки, как вам больше хочется. Дальше ветчина. Ветчину нарезаем кубиком. На сковородку добавляем растительное масло. И обжариваем. Сначала выкладываем ветчину. Даем ее немножко обжариться. И добавляем туда помидоры. И даем всей начинке хорошенечко обжариться, обменяться между друг другом вкусами. Параллельно печем блины. На блинчики для мешочков желательно тесто заводить потуже, чтобы оно было поплотнее. Чтобы мы, когда собирали мешочки, оно у нас не развалилось, не порвалось. Начинку, когда добавляете помидоры, сильно долго не нужно жарить, так как помидоры начинают размягчаться, начинают разваливаться. Как только видите, что кожура начала немножечко отходить, отключаете начинку и оставляете ее на сковороде. Итак, наши блины готовы. В начинку добавляем немножко сыра, прямо на сковородочку. Можете использовать как тертый сыр, так и рубленый сыр. Я его покрошу немножечко помельче, чтобы он у нас побыстрее разошелся. И хорошенечко перемешивайте, давая сыру растопиться. Как только видите, что сыр у вас начал растапливаться, расходиться, начала появляться вот такая консистенция, сковородочку снимаете с плиты и начинку выкладываете на блины. Выкладываем аккуратно в центр блина. И собираем аккуратненьким, красивым мешочком. Для того, чтобы мешочек у нас не распадывался, я использую сыр, так называемый косичка. Вот такие вот мешочки у нас получились. Приятного аппетита!